Полицейский Дед Мороз – акция, направленная поздравлять детей, которые по тем или иным причинам оказались в канун Нового года на больничной койке. Так было раньше. В этом году в связи с тем, что посещение больницы невозможно, праздник решили не отменять, а сделать его в ином формате. ГИБДД города Салават совместно с благотворительным фондом «Милости просим» устроили праздник для деток из малоимущих семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории госавтоинспекции. В этом году к проведению мероприятия к нам присоединились еще и сотрудники кинологической службы, которые показали и рассказали ребятам, как работают наши служебные собачки. Детишки отгадывали загадки, отвечали на вопросы наших сказочных персонажей, повторяя при этом правила безопасного поведения на дороге. Устраивая такие мероприятия, проводя конкурсы, лекции, уроки, в том числе в формате онлайн, мы обучаем и закрепляем детей знания по правилам дорожного движения. На празднике была и красавица-елка – главный атрибут Нового года. Силами ребят из детских садов ее украсили игрушками, сделанными своими руками, отчего она стала еще краше. Среди детских садов проходил конкурс новогодних поделок по теме безопасности дорожного движения. Было очень много замечательных познавательных работ. Детские сады 17, 18, 22, 52 и 54, самые лучшие своими работами, предложили украсить нашу новогоднюю елочку, благодаря чему и получилась такая нарядная красавица. Ну а приятным сюрпризом для ребятни стали подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Светлана Халитова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».